Здравствуйте, вы смотрите программу «Тьюторы». О всех аспектах обучения в московских духовных школах мы беседуем с теми, кто помогает студентам здесь учиться. То есть с тьюторами. И тема сегодняшней нашей передачи – «Тьюторы». С вами Михаил Федоров и Альвиан Хелидзе. Наш гость будет с минуты на минуту. Священник Дмитрий Артемкин. Тьютор Московской духовной академии. 1984 года рождения. Окончил Московский государственный гуманитарный университет имени Шолохова, Московскую духовную семинарию, Московскую духовную академию. Рукоположен во священника в 2009 году. А тьюторы всегда такие серьезные? Почти. До вас тьюторов не было? Нет, до нас тьюторов не было. И что чувствует первопроходец на этом послушании? Как и всякий первопроходец, это, с одной стороны, много непонятного. Непонятно подчас, что нужно делать, как делать. Вот. А с другой стороны, это интересно, потому что мы первые, и мы можем многое себе позволить. А кто ваши коллеги? Наши коллеги — это сотрудники академии, молодые преподаватели, все выпускники духовных школ, и это важно, выпускники академии или ее студенты на старших курсах. Вот. Среди них есть дежурные помощники, есть сотрудники администрации, в общем, самые разные представители нашей большой семьи. Батюшка, так чем конкретно вы занимаетесь? Мы помогаем студентам пока первого курса учиться, войти в учебный процесс, освоиться в учебном процессе и выстроить свое образование наиболее эффективно. То есть есть ряд проблем, которые давно нас преследуют, наше духовное образование и институт тьюторов был призван помочь справиться с этими проблемами. Батюшка, кстати, как к вам студенты относятся? Студенты? Студенты относятся по-разному. По-разному. Вот. Те, кто заинтересован в обучении, те, кому интересно здесь учиться, те, кто относится ответственно к образованию, они относятся с пониманием и к тьюторам. Вот. Есть студенты, которые, может быть, еще не совсем поняли, зачем они поступили в духовные школы, или уже думают, как отсюда уйти. Вот. Такие студенты относятся, как правило, с прохладцей. Бывает и такое. А начальство к вам как относится? Начальство относится с надеждой. Тяжело быть тьютором? Думаю, да. Потому что здесь каждый тьютор несет ответственность за 5, то есть 7 человек, и нужно находиться с ними в постоянном общении. Вот, это нагрузка. Молоко за вредность дают? Молока за вредность не дают. А в других вузах есть такие институты? Да, в светских вузах сейчас тоже вводится институт тьюторов. Вот, хотя не уверен, что полномочия и деятельность тьюторов во всем совпадает в духовных школах и в светских вузах. Расскажите, пожалуйста, о том, что такое обучение в духовной школе. Обучение в духовных школах я бы сравнил с погружением в холодную воду сначала, вот, и потом адаптацию к этой новой среде. Вот. Первый студент всегда чувствует себя ошеломленным, попав сюда, вот, и попадает в особенный мир, вот, мир особенных отношений между людьми, может быть, непривычных отношений, вот, где большую роль играет послушание. Вот, и, конечно, студентам психологически бывает непросто приспособиться. Вот, программа обучения довольно насыщенная, разнообразная. Вот. Батюшка, да кого же выпускает все-таки наша семинария?
Семинария выпускает кандидатов к священнослужению. Эта цель не меняется уже многие столетия. Вот. Другое дело, что из семинарии могут выходить не только священнослужители. Вот. Семинарию заканчивают будущие сотрудники патриархийных служб, общецерковных учреждений. Семинарию заканчивают будущие ученые, вот, и в сане, так и не в сане. Поэтому можно, обобщив, сказать, что на сегодняшний день семинарии выпускают работников церкви в самом широком смысле. В социологии есть такое понятие — запрос общества. Каким вам видится запрос современного общества к духовным школам? Запрос, мне не кажется, что сейчас есть какой-то особенный запрос общества. Вот. По крайней мере, за последние полтора века запрос один и тот же, чтобы семинария выпускала священнослужителя хорошо образованного, культурно развитого, способного отвечать на какие-то вызовы современности. Вот. Конечно, темы меняются, проблемы меняются, вот, и священнослужитель тоже должен уметь отвечать на какие-то вопросы современности. И тьюторы помогут нам отреагировать на этот запрос? Я надеюсь, что помогут. Должно быть не прямым образом, но косвенным, потому что тьютор, он призван организовать учебную деятельность студента. Вот, и, разумеется, если студент будет учиться более эффективно, то в перспективе из него выйдет более образованный пастырь. Это программа «Тьюторы», подготовленная киностудией «Богослов». Мы выяснили, кто же такие тьюторы, и теперь надеемся, что они помогут нам разобраться с тем, как правильно учиться в духовных школах. Смотрите наши следующие выпуски. С вами были священник Дмитрий Артемкин, а также Михаил Федоров и Альвент Хилидзе. До свидания!